привет. Судя по всему, теперь один из ведущих влога буду я, потому что наш начальник Арсений улетел, оставив нам много работы. И сегодня такой первый рабочий день без начальства. Но вроде у всех какая-то работа есть. Сегодня в мастерской Полина, Настя, я, Женя, Егор, Родион и Александр. Не хватает Данилы, потому что он заболел, и Инны. У нее учеба. Вот. Сегодня по плану дальше продвинуть столики, которые вы уже видели. Они фрезеруются, такую лесенку. Сделать крышки для этих столиков под для маленьких этих столиков. Для больших у нас есть. Вот. Чем я этим и займусь сейчас. По плану переклеить МДФ в 42 мм, набрать рубашки дубовые на крышке и подготовить дуб для подклейки по периметру. Меньше слов, давайте работать. Ну что, у нас середина рабочего дня. Мы с Женей уже напилили МДФ для переклеев на крышки столиков. Вот, я их уже зажал. Вот, и далее нужно будет отобрать дуб на подклейку. Там будет подклейка дуба с каждой стороны 45 мм. И набрать дубовые рубашки на обе стороны. Вот. Параллельно с этим Женя занимается своими делами, но его ждет очень много фрезеровки на ЧПУ, которую мы покажем, но там ее просто это очень долгие однотипные операции. Вот. А Егор как раз-таки занимается тем, что рисмусует и фугует дуб для ножек, столиков. Вот. А Александр, вы могли видеть на некоторых кадрах, он занимается пламенем краснухи, пропитывает раствором и зажимает это все в пресс, прокладывая газетками, чтобы шпон выровнялся и с ним можно было более удобно работать. Он не крошился, не кололся. Вот. Снято. Thank you.
что наш день подходит к концу. Все заканчивают свою работу. Вот. И за сегодня я успел вот, переклеить для столиков крышки. Это две 16 МДФ и десятка, то есть в сумме 42 миллиметра. Они будут толщиной. Также тут можно видеть, я отобрал дуб на подклейку, просто из обрезков. Вот. Также набрал рубашки на каждую с двух сторон. Вот. Все, завтра буду обрабатывать дуб, все это подклеивать и фанеровать. И в целом крышки будут готовы, останется только сделать здесь два угла. Но это мы покажем уже в следующих влогах, когда будем этим заниматься. Вот, все. Я надеюсь, что этот влог вам понравился с новым ведущим. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. До свидания.